В медицинском колледже провели демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации. В нем приняли участие студенты первого курса отделения «Сестринское дело» по окончании профессионального модуля по уходу за больными. Экзамен провели в два этапа – теоретический и практический. У пациента закрытый перелом голени. Он намерен продолжить свою спортивную карьеру после выздоровления. Будущим медсестрам необходимо научить его правильно передвигаться и уберечь пациента от осложнений. Второй модуль – это пациент находится в центре сестринского ухода, который сейчас по всей стране развиваются и открываются. Вот, и он нуждает, у него правосторонняя гемиплегия, то есть у него очень плохо работают правая рука и правая нога. И нашим участницам предстоит провести гигиенические процедуры с этим пациентом, а также рассказать ему о профилактике осложнений, которые могут у него возникнуть. 5 наиболее успешных студентов подтверждали свою профессиональную компетенцию. Экзамен провели по международным стандартам. После его успешной сдачи каждый участник получит сертификат, который подтвердит знания и умения будущих медицинских сестер на мировом уровне. Не скажу, что это было тяжело, подготовка сама к экзамену, так как при успешном освоении специальности и своевременном не возникает никаких либо сложностей. Сдача экзамена немного волнительная, но так как происходит она в основном наряду с нашими рядом преподавателями находящимися, это успокаивает и делает нас увереннее. Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в 2020 году подать документы и поступить можно в электронном виде. Медицинский колледж осуществляет подготовку и повышение квалификации медицинских кадров среднего звена. Иногородним студентам предоставляют общежитие.